лишь седьмое место. Еще одна фигуристка из Санкт-Петербурга, 17-летняя Николь Гасвияни. Ее знаменитый тренер Алексей Урманов, олимпийский чемпион 1994 года в норвежском Лиллехаммере. Дважды выступала на этапах Гран-при Николь Гасвияни в этом сезоне, но без особого успеха. На этапе в России она была 8-й, в Китае заняла 5-е место. Но вот на последнем чемпионате Европы она, что называется, блеснула. Это был ее дебют на европейском чемпионате, и она сразу же заняла 6-е место. Соната Бетховена прозвучала. Доволен Алексей Урманов, аплодирует свои подопечные. Вот уже не первая короткая программа, которую мы с вами видим, которая исполнена без ошибок. Этого вполне следовало ожидать. Уровень женского фигурного катания у нас в стране сейчас необычайно высок. Ну, а когда без ошибок исполняется короткая программа, тут уже, как говорится, следующий момент вступает в силу. Это в первую очередь качество исполнения элементов, потому что можно исполнить элемент без видимой какой-то ошибки, но тем не менее арбитры могут поставить за него минус единицу, а могут при случае поставить и плюс 3. И, естественно, это серьезнейшим образом сказывается на окончательной оценке. В силу и играет крайне важную роль вторая оценка за компоненты. Тут уже и хореография важна, и исполнение, представление программы, и чтобы полностью отражала музыку фигуристка. И, в общем,
общем-то, все это мы с вами видели в исполнении Николь. Свияние, достаточно высокий эмоциональный уровень ее программы, и сумела она вот это сложнейшее музыкальное произведение, которое, правда, мы все прекрасно знаем. Но сам выбор бетховенской сонаты говорит о многом.